На канале «Домашний» состоится премьера четырехсерийной мелодрамы «Первая любовь». В центре сюжета сериала владелица бутиков Ирина. Она успешная и состоявшаяся женщина, воспитывает сына, мечтает об открытии собственной линейки одежды. Но Ирина одинока и принципиально не пускает в свою жизнь мужчин. Первая любовь с Михаилом, завершившаяся разрывом, оставила в ее душе раны. И любви для Ирины больше не существует. Ровно до того момента, как она снова встречает Михаила. Михаил уходит из семьи ради Ирины, и казалось бы, у героя впереди счастливая жизнь. Но оказывается, что любовь – это вовсе не страсть, не юношеские эмоции и не воплощенная мечта. Это то, что достигается трудом в отношениях и действиями, на которые Михаил оказывается не способен. С ужасом и глубоким разочарованием Ирина понимает, что никогда не знала того человека, которого любила всю жизнь. Михаил оказывается эгоистичным, самовлюбленным снобом, способным на предательство любимой женщины. Главные роли в сериале исполнят Валерия Шкиранда, Виталий Кудрявцев, Дмитрий Саранцев, Дарья Бацманова и другие. Премьера четырехсерийной мелодрамы «Первая любовь» состоится 9 марта на канале «Домашний». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.